Значит, я хочу еще раз вам уточнить, чтобы было понятно. То, о чем мы сейчас договорились, это первые результаты контактов. Ovo čemu smo se mi dogovorili, to su prvi rezultati kontakata naših. Надо сказать, что долгое время у нас вообще не было контактов между министерствами обороны. И долгое время вообще не было контакта между двумя министерствами обороны. Поэтому то, что мы сейчас готовы заключить в качестве соглашения, это то, что лежит на поверхности, то, что поддается очень быстрой реализации в проектах. Znači i mi bismo sada trebali da potpišemo sporazum koji se nalazi na površini, odnosno ono što je najvažnije. Но в целом мы надеемся на то, что в ближайшее время будет подписана декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Сербией. Али в будущности треба да подпишемо декларацию о заедничкой сарадни Руссии и Сербии, стратегической сарадни. И после этого очевидно совершенно, что у России будет осознание того, что в отношениях с нашими сербскими друзьями у нас нет ограничений на развитие военно-технического сотрудничества. И после того, что будет ясно, да не постоит ограничение, когда речь о развитии, значит, нашей военно-технической сотрудничества со Сербией. И оно будет настолько глубоким, насколько позволит технологический уровень оборонной промышленности Сербии. И та сотрудничество будет утолико дубля, уколико будет дубля сотрудничество военной индустрии Сербии. Но думаем, что в результате этого сотрудничества сам по себе технологический уровень тоже вырастет, потому что появятся дополнительные средства. И надеемся, что военный технологический уровень также да се развия за добробит обе земли и да че напредовать.